В Баткенской области завершено строительство нового перерабатывающего предприятия овощей и фруктов. В скором будущем здесь намерен экспортировать продукцию за сутки. Этот субъект способен выпускать порядка 5 тонн различной сельскохозяйственной продукции и обеспечить работой 30 человек. На строительство перерабатывающего предприятия и приобретение оборудования было выделено 15 миллионов сомов. Предприятие введено в строй по проекту. Здесь созданы все условия для работы, и уже летом и осенью будем принимать на переработку овощи и фрукты, выращенные местными крестьянами.